Дэниел Хэкетт. Ожидают Дани и его супруга второго ребенка. У них уже есть дочь. И вот второго ребенка, who's gonna be? Кто это будет? We have a boy on the way. We don't know about the name yet, but you know we're happy to. It's 5 month pregnancy and you know it's a boy. So this is all I know. 5 месяцев беременности и будет мальчик. Пока еще имени не знаем. Good health. Everything okay. Pregnancy is going well. Все хорошо. Беременность отлично. Вот замечательная семья. You got a very beautiful family and awesome pictures on Instagram. А у нас студию паркета. Легенды. Сергей Тараканов, Евгений Коваленко, Василий Авраменко. И эти люди сделали славу ЦСКА и советскому баскетболу, а ныне российскому, по факту, своими победами, своей замечательной игрой. Но самое интересное то, что у Василия Авраменко и Евгения Коваленко юбилей. 70 лет исполняется легендарным личностям. Евгений Коваленко провел 11 лет в составе ЦСКА, Василий Авраменко лечил вообще всех баскетболистов всея Руси, всю свою карьеру. Моих дорогих друзей, товарищей, с юбилеем. Я надеюсь, что вы, уважаемые зрители, тоже присоединитесь к нашим поздравлениям. И, конечно, желаем здоровья, желаем успеха, побед. Побед везде, всегда, во всех отраслях области, во всех, в которых вы живете, работаете, друзья. И это искренне очень, я действительно очень рад, что у меня есть такие товарищи. Наш клуб ЦСКА от нашего спонсора Nike. Вам есть замечательные подарки. Да, и очень приятно. Вам. Очень приятно, да. Это Константинович, это тебе, это не мне. Это все вам. Календари, да, да. Пожалуйста, спасибо. Они не пустые. С юбилеем. Не пустые. Традиционные подарки от ЦСКА. Да. Такие, да. ЦСКА, ура! И в студию паркета Андрей Кайко. Человек... актерище. Наверное, большинству российских, да, поклонников там киносериалов стали известны после скетч-шоу «Шесть кадров». Да, да, так и есть. Да, я убежденный фанат ЦСКА. Да. Есть даже фотография, где вы прям отчаянно-преотчаянно болеете за ЦСКА. Да, есть такая фотография, я не стыжусь, это вот так оно и есть. Вот она. Ну это же круто, это же прям уже такой драйв. За кого человек болеет, за какую команду? Давай. Не всегда может быть ЦСКА. Это ваши коллеги. Я знаю, за кого коллеги мои болеют. А вот... То есть вы так как бы, да? Ну да, разумеется. Бывают между вами такие трения? Бывают контры, конечно. Жирный за торпедом. За торпедом? Торпедом, он торпедовский. Да. Ну, давайте предположим, ну, не знаю, Динамо. Динамо. А Гарри Харламов болеет за ЦСКА? Да. Да. Уважение. Сразу. Так, следующий, Марат Сапин. А вот спартаковец. Ну, тут, да, действительно. Действительно, ничего не попишешь. Вы забить сверху хоть раз. Если меня подкинут только. Ну просто само ощущение. Ну разумеется, чтобы так с щелчком зашло. С детьми пришли. Да, с детьми, сыновья сидят. Сыновья сидят, вот они, все уже взрослые ребята. Да. За кого они болеют? За Исковский, за кого они могут болеть еще? Да. А выбор был? Нет. А, ну действительно, тут... дети, что их спрашивать? Не, тут диктат. Они не просят. В студию паркета Александр Алексеенко. Главный тренер женского регбийного клуба ЦСКА. Совершенно верно. Живу здесь неподалеку, рядом. Последние вот годы, когда еще работал в Кубани, часто посещал именно армейские матчи. Помню матч, я, по-моему, это было года 4-5 тому назад, когда армейцы в полуфинале играли с Локомотивом из Кубани. Да. Два домашних матча мы проиграли. Потом и туда уехали два, выиграли. Ну, на третий матч я просто не мог присутствовать уже в Москве. Когда еще был, да, тренером Кубани, у нас был выездной матч в Новокузнецке. Была жутко. Главного тренера как бы попала молния. Было такое, было, да. Была жуткая непогода. И предчувствие такое было, не знаю, особенно по матчу. Казалось, что матч должны были остановить. Так. Но по иронии судьбы, кстати, на этот матч я забыл сотовый телефон. Как потом выяснилось, наверное, это меня и спасло. Серьезно? Фактически молния прошла через меня. Я был в обуви, которая тоже поспособствовала этому, в резиновой. Стоял в луже, и, ну, как бы в тот день все сложилось. И слава богу. Но ложки не знаю, как не сильно притягиваю, но победа, наверное, получается притягивать. Это самое главное. Поэтому сегодня я здесь. За армейцев я 100% уверен, что мы будем в восьмерке. Этот сезон, конечно, непростой, но у нас, я знаю, 100% очень сильный тренерский штаб.
во главе трудится. Я думаю, то, что менеджмент у нас на высшем уровне. 100%. И посмотрите, что мы сейчас имеем. Да. Фактически имеем не то, что конкурентоспособную команду, а та команда, которая, я надеюсь, что будет бороться уже и в финале четырех. Александр Алексеенко, человек, который выиграл в регби все в мужском и пришел тренировать женскую команду. Спасибо большое за приглашение.